Законопроекты, направленные на то, чтобы сделать город лучше, продолжают презентовать самым главным критикам – жителям. Городской форум «День соседей» прошел в микрорайоне Сходня. На встрече с горожанами председатель Совета депутатов Сергей Малиновский обсудил расширение парковочных зон на территории округа. Не хватает нам парковочных мест, и это факт. Особенно вот в домах, сплотные, больших домах, которые 17-этажные, подъездные и так далее. Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева обсудила с горожанами строительство и ремонт социальной инфраструктуры. Важно, что эта обширная программа включает в себя не только капитальный ремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и повышение квалификации педагогов по всей стране. Совсем скоро в округе откроют линию МЦД-3. Она позволит разгрузить пассажиропоток и улучшит транспортную доступность округа. Обеспечить горожанам безопасным подходом к станциям необходимо, по мнению муниципального депутата Руслана Шаипова. Его проект – благоустройство подхода к станциям МЦД. Одновременно с этим посев газона, который, соответственно, в летнее, весенне-летнее время позволит восприятие всегда газон зеленый приятен для глаз. Презентовали жителям также проекты, направленные на развитие медицины, культуры, спорта в городском округе. Комфортную городскую среду формируют в соответствии с пожеланиями горожан. Эта стратегия основана на принципе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Житель всегда прав. И в целом уже у нас в городском округе Химки выстроилась система взаимодействия между жителями, администрацией. Все это происходит при непосредственном участии депутатов. Вместе мы организовываем и проводим детские и спортивные мероприятия. Вместе принимаем участие в экологических мероприятиях. За участие в масштабной уборке города на протяжении месяца чистоты химчан наградили почетными грамотами, поблагодарили за труд и неравнодушное отношение к родному краю не только жителей Сходни, но и деревни Брехово. Встреча под лозунгом «Вместе мы соседи» прошла и там. Все желающие проголосовали за понравившиеся проекты. Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия». Если честно, мне кажется, все проекты хороши, я за все проголосовала, я не вижу ни в одном из них ненужности, они все нужны, все необходимы, все важны. Такой способ взаимодействия горожан и представителей власти давно доказал свою продуктивность. На сегодняшний день в округе успешно реализованы десятки проектов, за которые свой голос отдали жители Химок. Эти изменения касаются всех сфер жизни, от благоустройства до капитального строительства.